Сегодня опять очень жарко. Давай пробуй закрыться. Ты молодец, у тебя столько сил. Ты кашу поел, что ли? Да. Да. А сейчас мы идем наплеваться водичкой, да? Пошли. Попробуем включить шланг. Да. Привет! Классно у тебя кранчик. Шлангик. Кстати говоря, я обрезала свои штаны, которые купила. Смотри, Тео, смотри. А, она уже не пищит. I'm not alcoholic. Поехали. Я пока в туалете сидела, закрыла дверь, дети выбежали и тусуются. Так, ты голожопая команда, я не буду показывать, ты голожопиком бегаешь. Короче, тусуются вот так вот, вышли из дома сами. Я так посмотрела, вроде на меня никто не смотрит. Все, у нас все зацвело, так что окна всем перекрыло. Вот так вот. И поэтому я решила в трусах выйти. Вот. Элай очень рад, что он бегает. Ой. Ой. Тео уснул, в общем. Я поставила тут радионяню. Вот. Вот здесь дверь мы закрываем, потому что жара нереально, а в квартире хоть чуть-чуть прохладненько. Так, сейчас мы организуем нормальную такую песочницу. Мини-мини, да? Вот, поставим стол рядом. Лайчик будет играть со мной, а я буду здесь лежать, отдыхать и есть окрошку. Вот так голый человек делает лужи. Ты угрызет его тапки. И к нам уже едет Микаэл Геворкович. Мы сейчас его будем встречать окрошечкой. Будем встречать окрошечкой. Тео куда полез? Сейчас позвонила Мику, попросила его купить бассейн. Не знаю, купит или нет, но мне нужен точно купальник. Вот. И, возможно, мы сейчас поедем, покупаемся на пляж. И, честно говоря, у меня от этой погода, у меня голова разболелась. Цитрамончику мне надо бахнуть. Приехал, набивает нам небольшой такой вот бассейн для детей. Ой, там что, еще и фламинго есть? Ротустал. Ротустал? Или кто это, пеликан? Пап, кто это? Как-то так, дети уже насыпали грязь туда, точнее лайчик. Так, а Мик делает что? Он моет бассейн большой, чтобы мы все могли в него поместиться. Сейчас последний раз. Папа набирает второй бассейн. Дети плещутся в первом. Сегодня классный день. Ой, какие песни поет мой сын. Мой новый сын.
Сейчас сяду. Раз, два, три. Нет, Элай, подожди, пока не надо ничего делать. Сейчас я... Дети вышли из бассейна с такими капризами, с такими слезами, но мы их чуток успокоили. Элайчик смотрит мультик, а Тео уже спит, хотя у нас на часах время 7:30. Вот, видите, заговорила про мультики, Элай теперь просит другой мультик. Сейчас давай вот эти три. Что? Снимать тебя? Дал камеру, говорит, снимай. Копают и копают. Клад, что ли, ищут. Ну и что дальше?